знаешь. Кстати, вот стоишь, самый легкий путь в соло увидишь. Серьезно, он вообще самый легкий стейдж в игре. Вообще. Стейдж. Остался только вдвоем все убивать. Потому что получается ангар я одна убила. Наконец-то, да. Наконец-то. Наконец-то. Зато без канами кода прошли. Спать? Давай, Арин, спокойной ночи. Давай. Спать это хорошо. Всем советую спать. Споки. Я ж закурил. Это хорошая лайра, да, тема? Так, что еще покурить? Еще рыночек хочешь? Может, еще рыночек? Как хочешь, мне что? Нет, что? Все. Ладно, я пыталась угадать просто. Не получилось. Мощнишь, мощнишь. Да, знаешь, когда никого нету, может подмашнить. Ага. Так мне особо скучно. Никого нету, 11 людей. Все молчат. Это нормально. Файтон, ну блин. Ты хотел сказать еще чуть-чуть, да? Да. Не получилось тебе это сказать? Нет. Я буду молчать от них. Говно случается. Бывает. Вот мне нужно ждать тут тебя, чтобы было, тебя пушечки не доставали. Ну, для меня самое сложное — это первый уровень. Да, согласен. Всегда самое сложное. Для меня тоже. Видишь, мы уже мощнее нормально даже на нем. Ну, мы стараемся. Нет. Тихо, тихо. Элку не надо, мне надо. Не планировала ее взять. Можешь пушечку? Значит, ты будешь защищать меня от пушечек, а я тебя от босса. Да. Зато у нас с тобой глот. Глот. На минус 6 секунд. Зато у нас с тобой хорошие фазы. Да, наверное. Да не, хорошие, сколько там по времени, где-то минута, минута — это хорошие базы, если что. Ну типа в коопе делают намного быстрее, чем в соло. Mm-hmm. Че я переспала? Я засала. Блин, не могу просто. Кстати, тут реально инпут еще так. И даже мэш и этим по-другому. Ну, я так. Не знаю, мне сложно сказать. Типа ощущается слегка. Ок. Это фигня. По мелочи. А, просто прыжок. Как эту фигню я убил? Ладно. Так, пушечку слепила. Придется мне подождать. У тебя скоро бэшка закончится? Я в курсе. Да, Лёль, ну я прям неудачно резнулась. Быстрее, если все, потому что... Я резнулась очень плохо. Не, жизнь резко моего пропадает. Ну, не знаю, в суперсиву вроде пропадает это все. Ты же не суперсив. Ну, я имею в виду, ну, мало ли, вдруг тут тоже... Я просто не знаю, не говори казуальную песню. Что ж такое-то? Я думал, это я прыгнул.
Waterfall еще сложный какой-то. Да блин, чуть не проверил. А откуда ты взялся? Да, тут бывает такое. Нет, так ПБП из Уини. Нормально. Я походу близко стал, так что я тоже буду ходить. Усички играть иногда хорошо, правда? Да. И все равно глот. Хоть и слилась там три раза. А мы пошли, а, кстати, не сливались вообще. Да, мы не сливались, а у нас минус 15 секунд. Так, мне там может тип помешать сразу, потому что я с этой начну. Ну, ритм, видишь, да, вроде привычно. Я помню там, вправо, влево, я помню. Я чуть-чуть посмотрела за ник. В смысле, любим, да? И что это вообще значит? Хочешь ты, кстати? Да, хочешь. Там могла стрелять, но успел выйти. Нет. В смысле, я вообще не люблю МД, чего-то взял. Что такое МД? А? Что такое МД? Это компания, зарабатывает видеокарты, процессоры. Понятно, я в этом не шарю. Ты за кого опять боялся? За себя вообще-то, потому что я... Ну ладно. Вот, сейчас я за себя боялась. Я не убил. Я отвлеклась. Чё? Возьмем тут тебе аска так. Да. Кстати, мы можем пойти чисто без контов, потому что у нас много жизней даются эти стрейши на самом деле. Ну, это для нас самое сложное, по-моему. Ну что, ну, всегда убивает, значит. Тут эмка. Вон и мне ее не взять. Угу. Я благодарю вас. Пиш. Да. Сейчас я выбью тебя. Иди. Заскали чуть дальше. Ну ладно, и так сойдет. Ну смотри. Ух. Нет, зато есть темочка, это тоже хорошо. О, блин, я привык. Миледи. Кто миледи? Да там ответ был. А, да, конечно, ты. Спасибо. Блин, ты зачем мне это делают? Ты не знаю. Как просто бежать, понимаешь? Да. Видишь, мы просто играем. Ты первый ответил. Я просто прочитала то, что ты ответил. Печь. Не надо ложиться, просто окей, беги. Окей, будем бежать, будем. Просто беги. Нет времени объяснить. Ну, то, что мы тебе аску не взяли, это не очень. Зато глот на минус 49 секунд, это хорошо. Сейчас был самый любимый уровень. Это сложность. А мемка не нужна. Так, для мемки. То есть зарабатываю по возможности. Вот это самый долгий патент, кстати, долго пушечка стреляет. Mm-hmm.
А кстати, у своем ПБ 10-20 тут по пусечке шел. Ой, опять кнопку не попал. Да, Лёль, ща. Я справлюсь. Тебя кинь коза, видно? Блин, как плакает из-за этих бомжей. Не забыла тут лазер? Да. Этот лазер я еще помню. А, скотина! Я зато выжила. Да, самое главное. Блин, опять это стоишь, мы приходим без лески. Ладно, нам уже на самом деле не особо она нужна. Главное пройти, да? Да, нам главное пройти. Хорошая идея. Так, это тебе не надо, выбью, чтобы помешало. Я не помню, куда идти, поэтому я это. А, его дай, его пошли. Изи. Понял, ты не будешь забывать. Я за тобой, на самом деле. Блин, бомжей много и из-за этого лагает, кстати. Да. У Дикея, кстати, в ПБ такая фигня. У чела на втором месте. Типа лагало, потому что бомжей много. Ух, я чуть не убил телегу. Опасненько. Кстати, телега, если что, тебя может убить. Я в курсе, что она меня может убить. Так, мы идем поверху или понизу? Ну, я попробую понизу, это поверху. Можешь просто бежать? Блин, эска. Ну, так и будем делать, что это реакция, да? Угу. Вот было бы у нас обоих эска, было бы, кстати, полегче. Угу. Поэтому будем, да? Так, пулеметчик. Я встал. Один. Так, тут троллей много, да, да. Слишком много. Ну ладно, пойдем тогда машину. Ду. Че, можем мне жизнь взять, кстати. Мы сейчас специально сольемся на следующем стейдже, да? А, да. Не надо. У нас одна жизнь здесь, может быть, хватит даже. Типа. Хватит нам одной жизни? Проверим. Давай. Поверху главное пойти и бэшки. Ой, блин, подожди, мне сейчас. Вот это плохо, я не знаю, как бэшку выбить. Знаю. Кто взял? Не знаю, ты взяла, молодец. Я взяла. Так, ты помнишь, ты идешь спереди тут, а я буду сзади. Поверху, ну, короче. Да, молодец. Ша-ша, женщина. Ну, только уж. Я запоминаю. Сейчас я украл. Не ищешь? Нет. Это он без контроля. Два. Три. Не хочу умирать. Линджи. Линджи. Изи. Ой, а вот теперь линджитный ран. Теперь все хорошо. Ну, я когда управление потеряли, тогда ее и нажала, не знаю. Ничего, нормас. Пока так. Нормально. Я доволен. Сап 13. Я доволен. Я тоже, минус 4 минус. Главное лишь всё, хоть заливать теперь на последнее место, наверное. Может заливать, я не против. Что, на последнее место, да? Да. Или предпоследнее? Не знаю, чек-чекну. Но на САП 13 это неплохо. Ну, да? На самом деле. В копе сложнее, если что, а в соло многие люди. Нет, даже. Нет, мы даже не последние, мы предпоследние.
же нормально. Нормально, 8 место, и чё, халява? Так да, тоже так думаю. Давай, мэн. Хоба. Сабстен, да? Сабстен. У них там с Улсом 10-27. Ну блин, я играть-то учусь только. Они мощнят по топам, просто там селкой и так далее. Нет, просто они задним компом играют. Из лагов. Я играть не умею, я учусь. Вот. Топ-отмазка. Если что-то покопим.